Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в данном курсе. Меня зовут Дмитрий Воробьев, и я являюсь автором многих популярных курсов и методов, с помощью которых можно зарабатывать в интернете. И прямо сейчас я поделюсь с вами одной из нескольких проверенных систем заработка, благодаря которой вы сможете зарабатывать 4000 рублей в день. С целью исключения обмана в просторе интернета, я и моя команда создали данный проект. Мы ежедневно изучаем и отбираем для вас действительно достойные системы, в которых можно зарабатывать. Уделите мне всего несколько минут, и уже сегодня вы заработаете свои первые деньги в интернете. Система, которую я рекомендую в данном ролике, это облачная распределительная инфраструктура, которая обеспечивает хранение и шифрование больших объемов данных крупных компаний и всемирных организаций. Компания начала свое развитие в 2012 году. На данный момент имеет более 1 миллиона пользователей, а представительства компании размещены в 53 странах. Работать в системе может каждый, у кого есть компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Простыми словами, система платит за то, что ваш компьютер, смартфон или планшет подключен к программе в режиме онлайн от 4 до 10 часов в сутки. А теперь давайте же ознакомимся с самой системой заработка. И вот мы на главной странице системы. Для входа вам необходимо пройти короткую регистрацию. Так как я был заранее зарегистрирован, я нажимаю кнопку «Вход». После входа мы видим, что система нас приветствует и предлагает запустить программу. Нажимаем «Запустить» и нас перебрасывает в личный кабинет. Для запуска программы вам необходимо нажать на глобус. Нажимаем на глобус. Видим, что программа запустилась. Каждую секунду наш баланс пополняется. Очень важно, если вы не находитесь за компьютером, не закрывать и не останавливать программу, так как если закроете, то время работы будет остановлено. Это и есть весь принцип работы. Имея просто включенный компьютер до 10 часов в день, вы будете зарабатывать около 120 тысяч рублей в месяц. А сейчас я покажу вам статистику своей работы за последний месяц. Для этого нажимаем на статистику. Как видите, я работаю стабильно около 10 часов в сутки. Зарабатываю в среднем ежедневно около 4000 рублей в зависимости от дня и времени работы. Переходим на статистику выплат. Здесь вы можете увидеть, как я практически ежедневно вывожу разные денежные суммы с помощью Яндекс.Денег. Теперь возвращаемся в рабочий кабинет. Тут мы видим текущий баланс, который составляет 33 808 рублей. Кстати, я специально полторы недели не делал вывод для того, чтобы показать вам, как выводить заработанные деньги. Ниже мы видим доход за сегодня. Как видим, пока я вам рассказываю, программа зарабатывает. Ниже видим графу «Выплачено» 95 700 рублей. Это те деньги, которые я вывел за февраль месяц. И вот ниже еще видим техническую поддержку. Да, хотел вам сказать, если у вас возникает вопрос или проблема, вы всегда можете написать техническую поддержку, и в скором времени они вам ответят, вы получите свой ответ. И наконец, как и обещал, я вам покажу, как же выводить заработанные средства. Для вывода необходимо нажать на вывод средств, в верхней колонке вписать сумму, я же вписываю 33 тысячи рублей, ниже выбираю способ и еще ниже вписываю номер кошелька, нажимаю вывести и вижу, что с моего баланса списалось 33 тысячи. Переходим в историю выплат и вижу, что сегодняшний перевод еще в режиме ожидания. Давайте попробуем обновить. Да, статус изменился на выплачено.
А теперь давайте проверим, поступили ли деньги на счет. Видим входящее письмо. Вывод средств от 3.03.2017 года. Зачислено 33 тысячи рублей. Открываем. Как видим, Яндекс.Деньги. Зачисление 33 тысячи рублей на мою карточку. Спасибо за внимание. Я показал вам один из работающих методов заработка. Дело остается за вами. Получить информацию к данной системе вы сможете, просмотрев информацию ниже под данным видео, а также нажав на кнопку «Получить доступ». Ниже также вы увидите мои контакты в социальных сетях и электронный адрес, на который вы можете писать, если вам что-то будет неясно. С вами был Дмитрий Воробьев. Всего доброго, желаю удачи!